говорил с ним насчет Сашки? Нет, пока, но я поговорю. А что ты тянешь? Просто нам заранее надо знать, есть у нас эти деньги или нет. Скажи, почему я должен содержать семью твоего сына? Лена, я живу с тобой, не с твоими родственниками. Маме звонишь? Позвони. Лена, мне не жалко денег, но пойми же. Ты же отдаешь все свои безрассудные дочери. Оставь в покое мою дочь! Вы играете роль заботливой жены, у вас это очень хорошо получается. Я люблю Володю. До смерти, не сомневаюсь. Иди сюда, я тебя поцелую. Пожалуйста, принеси мне ручку и бумагу. Я хочу набросать черновик завещания. Практически все получится, да? Боюсь, нам придется справляться сами. Я знаю, что у отца в домашнем сейфе всегда находилась приличная сумма наличными. Я проверила, там ничего нет. Конечно. Какое вы имеете право думать, что вы особенный? Почему?